Друзья, с вами Про, а вы на канале Алекс Дэн Про. И сегодня я расскажу вам о том, как призвать полубога. Для этого нам надо построить специальный портал. И как вы видите, я его тут уже построил. Для того, чтобы нам его построить, нам понадобится 4 блока лазурита, 4 блока золота и 1 блок редстоуна. Вот так вот оно все строится. Плюсиком ставим лазурит, потом по углам ставим золото и в середине редстоун. Но этот полубог должен появиться ночью. Поэтому я сейчас пойду подожду его в своем особняке. Паркур по деревьям. Поднимаемся сюда. Особняк. Там, кстати, пшеница выросла. Голем, зарол. Вот я тут для него уже делал кроватку, чтобы полубок мог спать. Сундучок тут уже полный. Сейчас я его буду ждать. А отсюда мы будем наблюдать. Уже, как вы видите, темнеет. Он уже должен скоро появиться. Он прибыл! Да! Я полубог, балбес. Я иду к тебе. Пошел. Юху! Круто! Все, я уже прибыл с ним. Подхожу к своему особняку. Крутяк! Я этого не ожидал. Да, я его призвал. Что делать будем? Для начала у меня для тебя будет еще вопрос. Первое. Когда ты пойдешь в Ирлан? Давай в следующей серии. В принципе, как бы я профессионал, я могу и без кирки справиться, я знаю, как его построить. Всем спасибо, если вам понравилось это видео, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Пока-пока.